Еще сегодня утром на планерке в администрации руководитель Балаковского управления по теплоснабжению Иван Родичев рассказывал, что с отоплением в городе все в порядке и что теплоноситель подается ко всем многоквартирным домам. И после этого радужного доклада глава района Иван Чепрасов поинтересовался, что происходит на улице Минская. Сейчас мы ищем. Где-то в районе улицы Минская, Волжская, вероятно, есть порыв. И на тебе, всего через 6 часов после этого теплоэнергетики начали ремонтные работы на участке трубопровода на улице Минской. Скажите, пожалуйста, а кто нам может рассказать, что здесь происходит? Пресс-секретарь наш Некрасов Вячеслав, он завтра вам все расскажет. Ну, он как бы сегодня пресс-релиз уже разослал. Ну, нашли вот порыв, все. Просто сегодня говорили, что порыв здесь ищут. Нашли. Серьезные, нет? Ну, обычные. Согласно пресс-релизу, который получили все представители балаковских СМИ, цитата, «дефект на трубопроводе был выявлен дежурными бригадами ранее во время планового профилактического обхода. Однако из-за низкой температуры наружного воздуха его устранение было отложено. Специалисты отмечают, что работы в отопительный сезон являются вынужденной мерой, поскольку данный дефект может спровоцировать серьезные повреждения трубопровода. После локализации поврежденного участка в зону проведения работ попадают 16 жилых домов, запитанных от данного участка магистрали на улице Минская в районе главпочтамта». Конец цитаты. При этом непонятно, зачем было начинать работы в ночь, оставляя без тепла жителей 16 домов, если о дефекте было известно давно. Неужели нельзя было подождать до утра, если устранение последствий дефекта плановое? Так или иначе, но на месте проведения работ с момента их начала присутствует прокуратура города Балакова. Прокуратурой города было установлено, что в 17 часов 13 февраля текущего года работниками территориального управления по теплоснабжению в городе Балаково филиала Саратовский ПАО «Т-Плюс» было приостановлено подача теплоносителя в 16 многоквартирных домов города в связи с порывом на трубопроводе диаметром 400 мм на пересечении улицы Волжская и улицы Минская города Балаково. В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденного участка трубопровода. Ход выполнения работ по ремонту данного трубопровода, а также по своевременной подаче теплоносителя в многоквартирные дома города находится на контроле прокуратуры города. Как нам рассказали сотрудники ПАО «Т-Плюс», устраняющие последствия дефекта теплосети, работы продлятся примерно до часа ночи, то есть к утру 14 февраля в квартирах жителей 16 домов по улице Минская должно появиться тепло.